давайте пить, ё-моё. Чуваки сейчас будут пить. А вот наш продюсер сидит, смотрите. Девятое-десятое. Катя, я тебя прорекламирую. Привет, Ураль. Там вообще-то все реально. Кто сказал, что нереально? Ларис. Сколько в день? 4. Плохо слышно, блин. Телефон. Бери телефон, не слышно. У меня проблемы, да. Теперь хорошо. Ну, да, блин, давайте репетируем. Да не. Переносите на вторую комнату рекламу. Да я ничего не закрыл, вот моя рука. Вот невеста еще одна. А, нет, может. Эфир, вот этот еще или предыдущий? Новый телефон 18 числа. Я работаю оператором. Да все живьем, но они должны пройти сюрпризы. Сюрприз должны же пройти. Яну, кстати, да, Яну выбрали. По секрету я вам расскажу. Да что ж такое? Андрей, все, спасибо. Да я не зажимаю, вот мой, я ничего не зажимаю. По секрету говорю, Яна победила. Сейчас будет. А что, не, по-другому тогда не смогу вас читать. Да блин. Сейчас, подождите. Давай следующий. А где песня-то? Кирилл, где песня? Забирайте все. А где песня-то? Песня-то где? Все? Блин, все ждали песни. Блин. Чуваки, что-то не хочу Сейчас я шумки не слышу. Иди пока. В красном невеста. И в черном невеста, походу. Я бы с удовольствием, да. Я? Приготовимся, внимание. Марат, Вася, за кадром. Девятая кадра, где? Нет. У меня просто этот. Будет новый телефон, будет нормально. Я надеюсь. Не, все. Не, ну проходит сюрприз, а так не по сценарию. Сюрприз же надо пройти, чтобы люди знали, куда выходить, куда заходить. Это наш звукорежиссер. Все хорошо, приготовились. Мы будем снимать в ваших руках этот.
пишет, звукорежиссер рядом, а звук такой говно. Это промой телефон. Но мне не поможет никак, это надо разбирать телефон. Я уже заблокировал. Кого? Приготовились, положили коробочку. Да я куплю в пятницу. В пятницу. А, хотят? Да ладно. Седьмой Samsung. Я не... Блин, ну я не зажимаю. Вот. Спасибо тебе. Да я не зажимаю, вот, подожди, вот же звук, отсюда. Нет разве? Ну идет отсюда. Вот отсюда? Входит, наверное, туда. Да ладно. Ну а вот так. Слушай, а может из этого только, правда? Ешь, смотри. Все хорошо, спасибо. Нет, уходите, уходите. Грин, спасибо. Спасибо. Приготовить, внимание. Ой, я лошара. Слышно отлично, да? Внимание. Все, внимание, смотрим телевизор. Да, мне тут. Смотрим телевизор. Настроили звук. Черт, а я думал, не так. Вот. Приготовились, внимание. Ты всегда так держал? Есть все, я говорю, работаем. Значит, работаем. Ой. Ой. Точно, чуваки. Ну все. Ну бывает. Приготовились. Бывает. Ну, откуда я знаю, где тут дырки? Куда? Работаем. Виснет? Как вам... Как вам наш продюсер? Скажи им, почти что делать громко. Она не отсюда идет громко. Ну скажи им туда, чтобы они сделали почти что. Пиздец какой. Только... Александр Григорьевна. Это режиссер. Виснет капец. Подождите, пока Лариса дойдет до места и начнет говорить, тогда только запускается этот слайд. Вот смотрите, наш... Девочки, не надо смотреть, ждать одобрения. Смотрим в телевизор. Вы полюбовались коробочкой? Классная, замечательная, шампунь, отлично. Поставили и смотрим дальше телек. Вот справа... Все очень просто. Справа это... Все хорошо. Это наш продюсер. Все было хорошо. Только замечательная девочка Катя. А вон девушка сидит сзади. Она занимается зрителями. Оценили шампунь, а дальше телек. Внимание. Давайте. Да, еще раз. Приготовились. Не обращайте внимание. Вы... Начали. Врачи, да, обращайте. Здравствуйте, Александр. Сегодня я для вас приготовила особенные прогнозы. Нет, нет. Стоп. Ага. Пока не сажают, потому что мы еще репетируем. Еще раз сначала поставьте. Где Кузеева? Кузеева перед эфиром приходит. Дольше прекрасно, девчонки, еще разок сейчас попробуем контроль. Ты реально выбрал меня. Здравствуйте, Александр. Я оператор. Приготовились, внимание. Лариса Златкова. Сейчас я расскажу, что порадует и огорчит нас. Нет. А так это свет у вас? Ну так не было. Четыре программы в день. Да, я оператор. Приготовились. Смотрим телевизор. Начали. Да ничего не постановка. А, нет, тут все реально. Сюрпризы просто проходят, чтобы потом... На пол. Да не кино это. Ладно. Вешаемся. Вот так. Молодцы. Первую комнату переходим. Да, никакой не спектакль. Да там, просто во время... Куда? Кать, скажи, что у нас все по-честному. Все по-честному скажи. Третью комнату перейдите, в третью. Ну что, сестра была, все по-честному. Ладно. Вань. Житой мой привет. Покажи себя. Но уже там сидит. А мы его сюда посадим. А давайте сначала и не будем менять. Сейчас у нас будет. Людмила из Америки. Людмила из Америки. Ну там пригласили какую-то женщину. Не знаю, будет она. Здравствуйте, Александр. У вас музыка какая-то есть? Сейчас я расскажу, чем порадует. Капризная, но самое главное, капризная, летняя и романтическая погода. Надавай поженимся. Ничего, мы вы же здесь, надавай поженимся. Ладно. Не обращайтесь. Только тогда. Я страшный. Итак, сегодня в
вас ожидает много тайн и интересных историй. Море загадочных улыбок. Вы все время на третью программу придет. Зачем мы включаем? Мы сейчас репетируем. Херню вещаем. Будьте аккуратны. Ожидается шквалистый ветер эмоций и соблазнений. Вот сюда мне. Да, вот потихонечку начинается. Я хочу вас предупредить. Ожидается шквалистый ветер эмоций и соблазнений. Впереди вас ожидает незабываемое путешествие. Что здесь происходит? Программа «Да, поженись». Репетируем. Тупая передача. Ну, снимается весело, кстати, иногда. А в эфире, ну, бывает не очень смешно. Такой же режим. Василиса на третью программу пройдет. Это вторая. Вот так вот. В красном страшном. Я снимаю, почему? Ну, это смешно, когда отбиты. Хорошо, все, на этом. Розы. Нет, они готовятся к эфиру. Передам. Кто такого? А, водитель. У меня ужасный голос. Вы что? С ума сошли, как у меня голос прекрасный. Билеты безвозвратные. На этом. Да, это ничего так. Нет, ну эфир, что? Я ж снимаю. Приготовьте внимание. Девочки, готовы? Кивните головой. Приготовьте внимание. Я тоже это все слышу, что-то не полезу. Когда эфир будет, не знаешь? Да, вот это хорошенько. Да не подставные. Реальные люди откуда-то. Это говорят, там рекламный ролик снимают. В этих за кулисами рекламный ролик снимают. Какого-то шампуня. Я женат, мне не нужно. Еще против часовой попробуй. Да-да-да. Нет. Еще много просмотров. Еще реви. Зрители сейчас посадят через вот так. Пару минут. Чуть-чуть вправо. Ты блог ведешь? Да. Стой. Видеоблог. Ну-ка. Невесты нужны? Спасибо. Приготовились, внимание. Бельдежки. Работаем. Я, да. Жена. Жениха, не знаю, его, наверное, уже увели. Вот, лучше Катю покажу, смотрите. Как стать звездой? Это все Катя. Что такое? Далеко у нее висит, смотри, как она. Ой, я какой-то филе. Королевна. Давайте еще разок. Какая красота. Внимательно тебе. Ну, я хочу тебе тоже очень хорошо. Вот, в принципе, да, там сейчас какая. Царь во дворца. Тихо. Давайте мы сюрприз пройдем еще. Шикарно. Давай. Не, я больше не буду тебя показывать. Очень жаль. Номер в красном. Катя. А что у нас? Не можешь репетировать? Какой-то один дом может. Приготовились? Роза не пришла еще на Розу. Готова музыка? Когда ведущий будет. Ой, я снимаю. Ой, снимите тогда с меня корону. Сними. Я же сам не вешал. Ты что? Конечно, еще, конечно, убери. Ты что? Потому что я кайф получаю, а то что я хожу. Я показывал. Предыдущий. Димон, привет. Привет, Леша. Передай привет. Здравствуйте, товарищи. Вы знали, что на телевидении или алкаши, или пидорасы? Фу! Дима. И сейчас еще разок сделаем по моей команде. Батан, понял ты кто? Мы работаем операторами. А Кирилл работает вторым режиссером. Это вот звукорежиссер. Слушай, я правда скажу. Замечательные наши коллеги.
снимали эту, которая погоду видела. Да кого тут ничего, вот все это... скучно, все долго. Подожди, с этой рекламой. Вот это была сейчас, которая стояла. Красненькая? Блондинка. А, ну погода что ли? Она же погоду ведет. Да, то... да? Где-то в этом. Она на СВ у нас была. Да. В субботний вечер? То ли... Нет, сегодня собачку вечером. Собачку он смотрел. Это что, третий не слышал? Она была. Да. Гузеева придет. Слышишь? Да. Она была у нас на СВ, она ведет то ли в Турции, то ли где-то в Кирове погоду. Да? Вот такая декольтированная, вот таким томным голосом. Наши ржали. Да. Я понял. А я видел, что-то она какая-то, да? У меня свой YouTube здесь. Собачка. Собачка – это поддержка. Спасибо, не надо. Спасибо. Ой. Вот невеста. Здрасте. А что-то вы сюрприз не показываю. Вы еще будете? Да. Сюрприз как? Красным, который. А, это свадьба. А вы эти как-то сваты что ли? Типа, да. А собачка зачем, спрашивают? Зачем собачку привели? Это невестина. А, невестина. Да, член семьи невесты. Она не злая? Не откусят мне телефон. Похоже, что она злая. Ой-ой. Не знаю, они маленькие, все злые. Нет, она маленькая, но добрая. Маленькая, добрая? Блин, что же у меня фокус-то нифига не ловит. Добрая, как ее хозяйка. Добрая, как хозяйка? Да, такая же. Да. Дочка. Классная. Кто классная, собачка? Хозяйка собачка. И вы тоже. Кто, короче, да бесплатно приходит. А, девушка пошла. Ну тут вот собачку все хотят посмотреть. А что она? Это ее собачка, да? Где Паша? Нет, блядь, что это за оператор? Никто не может сделать. Что я делаю? Я транслирую сюрпризы. Когда эфир, не знаешь? А? Когда эфир, не знаешь? Нет. Где-нибудь в апреле, да, да, да. Где-то, я думаю, в апреле. Куда? Ну, из студии выходит, обменятся телефонами и уезжают отдельно, либо вместе. Но вместе редко. У Розы интервью. Ой. Роза, она хорошая. Ну, вы просто придите сюда, зрители. Вот. И после эфира к ней подойдите и попросите дать интервью. Она там часто в Муму сидит, в столовке в нашей. Вот это хорошенькая, да, такая? Да. На Нюшу похоже. На Нюшу похоже, да? Кого? На Нюшу. Есть. Только огромную какую-то похоже, Нюшу. Похоже, да. Нюша великаншу. Даже, да, прям похоже. На Хрюшу. Хрюшу. Попасть, есть какой-то сайт www.masovka или masovki.ru. Мне как-то так говорили. Отдайте меня замуж. Ну пиши, чего тут мужиков мало. Пиши. Хороший. Да, я говорю, похоже на Нюшу, только огромную. Нюша, только высокая. 700 человек тебя смотрит? Это же них нет, это второй режиссер. Не завидуйте. Ну вот, приходите. Че, приходите, зрители, вас... Редакторы посмотрят и... Покажи, как зритель заходит. Вон, видите, зрители заходят, да, кстати. Видите, уже рассаживать начинают. Туда же. Улыбайся. Вот. Ну, молодец. Кушаю. Кушаешь? Да. А что там? Кашка. Зрители им даже платят. Спасибо. Женихами найдите достойного. Жениха. Туда же присаживайтесь, здесь сидели. Что за девочка? Наша. Как ваша амплуа называется? Мадам. Модератор. 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 Давай поженимся. Модный. Ой, здрасте, Василис. Без вас очень скучно. Спрашивают, где вы и когда придете.
Да, вот, видите, у меня много народа. Так же, как у вас. Хо-хо-хо-хо. Вот Катерина. А Василиса, все нормально пока. Вот. Смотрите, Екатерина здесь. Все в сборе. Вот. Василиса писала. А где? Василиса? Писала, говорит, как там без меня? Я говорю, ну, скучают все. Спасибо, еду к третьей программе. Ну, она меня видит? Конечно. Василиса меня видит. Здравствуйте, Василиса. Какие чудеса. Чудеса. Невероятно. Это кто, третья? Катя замужем? Катя, да. Катя замужем. Спрашивают, Катя замужем? Я говорю, да. Привет костюмеру. Костюмеру? Покажите, кто спрашивает. Да я не могу. Катя, вы красавец. Угадай, кто написал. Ой, даже, наверное, Василиса. Василиса. Так. Ладно. Где Гузеева? Гузеева нету ее еще. Это длится часа полтора-два съемки длятся. А вон, видите, девушка стоит. Это девушка-оператор тоже. Такая добрая, да. Василиса добрая. Скоро к нам приедет. Придет ко мне в перископ или включит свой. У нее-то поболее народа, чем у меня. Тут все простые. Порно снимать. Не-не, это... Этого говна везде навалом. Оператор, а не оператор. Стоит бесплатно. Это еще здесь платят им. Сколько эфир снимаете? За 4. Нам платят нормально. Это тайна. 4 программы за день снимаю. Оп. Ну все, Кирилл, ты больше не женат, мне кажется. Уж хватит. Съемка, не, ну как, вот перерыв сейчас, вот, поесть, пока готовят следующую съемку. Ну, я бы не сказал, что трудно работать. Прикольно, наоборот, разные там концерты всякие. Кто подписан, знает, что там я веду трансляции с Кремлем, не знаю, с Лепсов, концертов, еще откуда. В черной майке, на самом деле, это девушка, которая, блин, она была солисткой группы... Монокини, по-моему, насколько я понял. А сейчас она редактор. Покажи видео, пришли мне. А как я тебе пришлю-то? Лич. Ну сейчас. Пойду к собачке. Свой разбитый старый гаджет. Тебе убирать вон, нет? Ну, 500 рублей, может, в день, где-то так. И... Все правильно. Все правдиво. Не, ну есть, может, очень редко, раз в год как-нибудь подставить. Ну, не, ну, только если какие-то эти знаменитые приходят, то это там, да. Это программа... Не, ну что? Что у нас по сценарию? У нас же не может что по сценарию быть, да? Не бывает. Сценарии только сюрпризы могут быть, да? Ну и минимум какой-то.
Все по сценарию. Не может по сценарию. Мы невест на улице сейчас. Говорят, да, по сценарию. Чего вообще? Нет, не по сценарию. У нас правдивые истории настоящих людей. Вот они все здесь просто записаны. Они говорят, мы были, мы все знаем. Какие вообще утром люди? Утром невест ловят. Утром ловят, но мы на рельсе. Да что, да мне что обманывать? А вон жених, кстати. Покажи себя. Наша, ваша. Блин. Жених. Ты такой сейчас не снял. Да? Вот этого? Кто? Кирилл тут ничего. Кирилл. Вот этот? А, да ну, я не хочу показывать этого героя. Не нравится мальчик тебе, да? Не, ну вдруг они там... По первому... Не, сейчас нигде не идет. Это вот пишут, будут по первому каналу идти. Скажи Надя, пусть Любу из Америки пригласит. Надя, Любу из Америки. Не, вакансии... Не, хотя не, бывают вакансии... Что у нас было? Это редактор, да, вакансии недавно? Редактор у нас, мрут как мухи. Мрут как мухи? Беременен, так сказал. Мингри, Гребенщиков. Чувак? Здорово с Владимиром. Здорово с Владимиром. Привет. В апреле. Спасибо. Так, ладно, а что там? Никого нету? Все, мы прошли все эти. Да. Да, Алексей, Алешенька, сынок, иди сюда. Тихо. Ты уберите, всё. Пожалуйста. А я тебя не снимаю, что-то. Что ты? Я Женя просто, извините. Хорошо. Вы вдвоем. Какие красивые девушки. Hello. Hello, да тут по-русски можно. Якубович. Кто Якуб? Тебя на Якуб... Ты Якубович. Якубович. Слушай, я в тот раз угадал. Разрешите, я проскочу. Я в тот раз угадал. Предвещал девушке, что ее выберут, ее выбрали. Здоровье, мне хрен пораскочишь, знаешь, не зачем? Ну да. Знаешь, да. Не мешай Жене, пускай работает. Он весь в работе. Жена приедет. С ума сошел. Якубович где? Якубович. Нет, Якубович. Якубович пишет тоже раз в два месяца. Че, Димон, сейчас, подожди. Как попасть в Останкино? В Останкино? Пишите на сайт массовок и попадете. А горизонтально... А вертикальная съемка, а горизонтально не получается. Горизонтально это я не могу читать. Он хочет, чтобы вся фигура вошла. Че пишет, не могу читать. С ногами. А вы куда снимаете? А где потом искать? Не найдете. Не найдешь никогда уже все. Я вам скажу потом. Он вечером... А вы ничего не показываете, что вам смотреть? Да вы вообще ничего не показывали. Что у вас с него? Что вам смотреть потом? Ну правда, куда? Че, куда? А, это перископ? Да. Слушай, а перископ это выкладываете сразу прям? Да. А как будет разрешение снимать вообще? А у нас свободная страна. У нас свободная страна, конечно. Сразу спрашивают людей, можно ли или нет. Абсолютно согласен. Понимаешь? А почему никто не комментирует? Вы снимаете, типа. Комментируют. Говорят, что вы замечательные, красивые девушки. Hello from one channel. По-английски было? Да. Вдруг ты международная. Ну, кстати, да, у нас приезжала девушка, женщина из Америки. Серьезно? Прилетела. Как там песня? Пусть блондинка в черном выходит за меня. Блондинка в черном. Типа, так, у меня скоро сядет трубка. Ребята. Давно в Москве? Серьезно? Пишут, что вы с Рублевского шоссе. Они угадали? Заблокировали. Сибита украсит еще. Отлично сидит. Нет, конечно. Жених не видит никого. До. Где уж она меня порвет? Если я ее покажу. Она очень... Ну, не знаю, почему. Симпатичная. Куда там мы вообще надо... Нет, там репетирует что-то. Так, ладно, ребята, у меня это... Садится... Телефон. Будем надеяться, что...
Невеста вот. Невеста вот. Ну, и скажу так, что если вы будете что-то говорить, начало, ну, да. Сколько лет им? Да, вот если у вас был декольте, смотрите. Я думаю, что тут 30. Не, я не знаю. Ее напоследок. Ну как, я же... Из Кубы реально, да нет, это 1 апреля была, или какая-то там шуточная программа, а вы все поверили. Привет, красавица, вам пишет. Здесь... Что, никогда Гузеева не видели? Зачем они тебя не знают? Нет, я не ругаюсь. Роза. Нет розы, видите, не приходит роза. Привет. Где-то в апреле. Я не могу, вдруг ее выберет жених, а я вам дам ее номер. А вот. Вот же. Тамара. Тамара, она как-то это, она стесняется. Я ее показывал в предыдущий раз, она... Да я разговариваю с телефоном. Я не хотел жениха показывать, да. Он противный. Видите, никого нету. Ни Ларисы, ни Розы, ни Василисы. Ой, Василисы, Тамары. Василиса будет попозже. Она заходила к нам в переписку сюда и ушла. Привет, Осанки. Осанки? А где они? Ну, сейчас придут. Видите, меня слепит светом, видите? Негодяй. Покажи зрителя. Сейчас. Вот здесь вот. Вот зрители. Екатеринбургу привет. Вы суперский. Спасибо. У нас люди замечательные, что дают нам возможность снимать, показывать. Гузеевы, не знаю, мне кажется, за 50. Я себя уж показывал. Я страшно и говорю плохо. Вот моя камера. Сейчас, может, придут Роза. Все время. Да не, привыкаешь. Что, прикольно, разные съемки, реально. Если бы телефон так быстро бы не садился. Да, у нас весело. Зрители, спасибо зрителям. Да я говорю, как попасть. Заходите на сайт www.masovki.ru. Вам еще заплатят. Вон Якубович пошел, типа. Шучу. С Асбеста. Асбесту привет. Тамбову привет. Часто. Ну, на женилках тут весело. Тут всякие эти сюрпризы, еще что-то. А так, если какие-нибудь прямые эфиры или... Не, я не жених, я оператор. Прямые эфиры или... как у мужское и женское, там просто как бы, ну, не очень интересно. Что там, зрители, этих героев нету, они не приводят. Ну, как бы тухляк. Ну, видео, а тут трансляция, ничего интересного, на мой взгляд. Редко бывает что-то такое интересное. На съемку 1.5-2 часа. Ну, смотрите сами, подписывайтесь, кто хочет. Кто хочет, не подписывайтесь. Балашев, привет. Так, короче, чуваки, у меня реально осталось 5%. Вот, поэтому Казахстану привет. В Казахстане мы снимали открытие Азиады лет 6 назад или 5 в Астане. Часто выхожу, ну вот сегодня второй раз, потому что тут, в принципе, ну как бы есть что показать. Вот. Краснодару привет. Я оператор. Алматы привет.
Да, просто умиляемся. Да, может, там прям после того, как скулит, типа, мы выйдем, и мы его помогаем. Заметно сделаем. Да. Значит, после того, как закончится сюрприз, Лариса, спасибо большое, можно открыть окно. Шара, Владимир, привези. Пропустил интересный сюрприз. Пока жрал. Ли, а тебе спрашивали, Ли? А тебе спрашивали, Ли? Это твой реквизит? Да, но это вот целый. Слышь, Кирюх, сказали, что ты Сафронов. Мы снимаем. Давай поженимся. А, нет программ. Что подстроено? Ничего не подстроено. Мы проходим сюрпризы. Лилин перископ, да она же вам диктовала. Привет коллегам из СБ-7. Ну, заходи к нам в СБ-7. Да нет, она приходит перед самым началом. Красивые луганские. Нам все нужны. Вон Лиля. Нет, конечно. Нет, хотя она, может быть, на фотографиях его видела через интернет. Лиль, спрашивает твой перископ, Лиль. Василиса, да, она моя конкурентка. По-доброму. Леха где? Какой Леха? Какой Леха? Нет, начинается третий. Да нет, Роза. Мне 30. А то есть я. Я есть зато. Сафронов, говорит. Я здесь есть. Блин, опять зажал, наверное. Так, значит, смотрите. Василиса неинтересно, там звезды. А у меня лайф. Привет, Казахстан. Блин, ну что вам? Что я вам сдался? Пригласили, кто-то за мной, поставить стол, такой фокус, блин. Мы в боксерской площадке. Да это не Сафронов, это наш режиссер. Ща. Блин. Это невеста. Спасибо, это подарок брата. Там, мальчики, отойдите, там заднего плана, не пиарьтесь, пожалуйста, меня тут. Ты можешь сместиться и поехать в другую сторону. Сейчас ленивая, ты скотина. Салам. Похож, да. Видно, Тенгиз. Тенгизы, вы не устали? Не, ну вы пожрали и полны сил. Не, не нашел. Тут все странные приходят. И да, в красном одна из участниц. Вообще на огурцы. Может, она беременная. Вы кто? Я? Работник телевидения. Вы где? В студии «Давай поженимся». От жениха беременна. Да это я шучу. Это я шучу. Нет, сегодня это не скоро, где-то через полгода, может. Не, через месяц. Димон, привет. Сынок Сафронов. Я оператор. Как долго все? Ну, в день по 4 программы. Телефон зарядили, да, заряжал. Целую съемку. До эфира минут 30. Ведущий... Ну, он Василиса ведет там что-то у себя в перископе. Где конфетки? Какие конфетки? Я хочу конфетки. Где? А, на столе конфетки? Блин, хочу. С тарелочкой там, да. Не-не, это просто рассказывают, как все, ну, как сделать так, чтобы было все правильно. Под столом видел. Что вокруг? Вокруг зрители, видите, сидят уже.
Да нет, нет. А где она? Где Василис? Ну, слушай, на нее, на Василису вот подписано 20 тысяч. Конечно, у нее будет больше народа. А где она? А, про гадание? Мне неинтересно. Зарплата выше среднего. Я... Что-то у нее в груди нет. Зрителям платят, конечно. Василиса, ну зайдите ко мне, я на нее подписан. Ой, ой-ой, Василиса, здравствуйте. Вот спрашивали, как вам подписаться. Покажите студию. Ну, студия неинтересна, что-то... Ну, она просто не одела хорошо. Репетируйте? Дальше. Да, Василис, можете не спешить. Мы пока репетируем. Вот Катя репетирует, как всегда. Там Василиса смотрит просто я. Мужчина. Василиса смотрит. Открой. Нет, должно получиться. Но, ну, а если не получается ее открыть? Надо ее приоткрыть? Ну, возможно, да. Но я вижу, что так не открыть. Ребята, принесите, пожалуйста, перчатки еще одну пару. Девушка, вот эта вот в белом Катя зовут. В белом Кате. Доброша с Краснодара. Доброша с Краснодара. Кать, ты знаешь Доброшу из Краснодара? Доброшу не знаю. Ну привет, Доброша. А тебе, она говорит, что я тебя знаю. Давай конфеты. А как я покажу? Конфеты прикольные просто, это будет выглядеть. Ты хорошо смотришься. Ух ты. Подольский. Ты зачем фамилию мою? Подожди, тут не хватало сейчас мне еще, чтобы они ВКонтакте ко мне. Господи, кому вы нужны? На нее не подписывайтесь. Давайте конфеты. Какая злая невеста. Ну ладно, ладно. Я злая, я справедливая. Друзья, на нее не подписывайтесь. Она противная. Ее никто не выберет. Вот невеста. Просто кто больше конфет развернет, наверное. Красненько. Конечно. И она вокруг обман. Бел, нет, в белом не невеста. Невеста. Мальчик больной. Меня все оскорбляют, люди. Ужас. Ужас. Да. Не, как он. Ну что, все серьезно. Куда проложить? А, ты нет, сюда 9 уж у тебя 700 человек. Заходи. Что, поехал? Да, давай, пиши. Не закрой. Ну так, маленькая реклама. Побольше. Что происходит? Мы репетируем сюрприз на программе «Давай поженимся». Вот видите, студия программы. Девушка в белом, да. Она не только самая красивая, но она наш продюсер. Нет, Катя. Катя. Кать, говорят, что ты самая красивая, и женюсь на ней. Ну, она занята, извините. Нельзя. Не в этой жизни. Нет, это сюрприз, то есть он долгий, они там все противные. Кого выберут? Не, конечно, неизвестно, как можно. Вот пошла противная невеста, которая сказала, что ладно, ладно. Да все правда. Я уже устал говорить. Ну, во время эфира, кстати, там многое входит практически все, поэтому... Ну, тем более, во время эфира совсем нельзя вести... Знаем мы это. Сейчас все выкладывается, не пойми где потом. Кать, будет еще сюрприз, Кать? Все? Блин. Гузеева еще это. Гузеева еще не пришла. Привет.
Да? Не, ну, слушай, не знаю. Ну, может, где-то что-то такое, но в целом нет. Ничего себе. Чувак, не нормально, ты работаешь. Дай мне поговорить. Не могу. Тут вон что-то привязывают к ноге. Нет, у нас кран не работает, он к ноге привязывают. А это меня не интересует. На дерево. Дайте мне ухо. Ах, не успел заснять, что там снимаете. Ага. А кто невеста, в зелененьком, да? В зелененьком. Ага. Сантехник. Что-то непонятно, оператор. Это вы нас на это будут снимать? Да. Конечно, как вы... Вы же хотите, чтобы популярная программа была, правильно? Хотим. Ну вот. Чтобы она была самая. Я ее пиарю. Вот. Пиарите лучше. В своем инстаграм? Какой инстаграм? Перископ. Ну, привет. А вы откуда? Из Москвы. Я тоже. Я же здесь работаю. Ну, мало ли, у нас тут таких сейчас, кто здесь работает. Девочки, вы в топе. Написано. Никто не видит. Так, вы знаете, кто это? Знаю. Очень хорошо. Уже хорошо. Это наш человек, не переживайте. Лелечка. Что вы? Там просят твой перископ. M-I-S как доллар. A-L-I-L-I. Буква M как M английская. Потом палочка с точкой. Потом S как доллар. И все. Мисс. И, пожалуйста, скажи, чтобы здесь никто не вставал, не выходил. И там, потому что жених пришел. Потом L, потом палочка с точкой. L, палочка с точкой. А, буковка русская. Мисс Лилия с одной S. Мисс Лилия. А мы продолжаем. Ай, все, без фокуса стал. Ну, ё-моё, вот, господи, что случилось? Что гоните его. Что произошло? Бездельника этого. Бездельник. Нельзя. Зачем вам знать? Блин, что случилось? Блин, повибрировал, смотри. Что с ним вообще про... Сейчас. Выбрось свою помойку. Тихо. Вся битва. О, все. Мой мозг взорвался. Гузеева, привет. Мой мозг взорвался. Нет, там люди пишут, я просто девушкам транслирую. Вы это уж транслируете полностью, там же у вас, мы видели. Ты красава, молодец, пишут. Тебе? Нет, вам, наверное. А, нам? Конечно. То есть это все красотки! Съемка? Вообще огонь! Лесбиянцы, ну не знаю, что вы. Просто ура! Да! Это слава! Сядь на место. Так, вас здесь поправили, да? Все в порядке? А, ну вроде бы. Ну что? Нет. Мы на что вам пишут? Ну я представляю, кто господи, же... еще бы хорошие слова что-то писали. Да а? Пишут много хороших. Плохих мы блокируем все. Да классно, вы блокируете, они тоже люди. Нет, ну, не, ну ладно, я шучу, не блокируем, но если ругаются матом. Я первая. На первой? Хватит снимать. Да кто ж там все пишет? Задолбали меня. Не знаю, сказать, что ты всем взорвала мозг. Да. Блин, дебильный. Хорошо или плохо? Дай ему по голове сзади. Камеру правее. Все, чтобы не знал, кто это. Вообще очень весело, на самом деле. Вы молодцы. Мне кажется, это как крутые хирурги. Люди, на самом деле. Конечно. Хирурги веселые люди, по-твоему? Ну, они свои чувства юмора. Кто, хирурги? Ну, я у вас как у хирурга. А, мы хирурги? Да, да, да. Ну, практически. Патологоанатомы. И беспринципные. Мы операторы. Нет, это тоже не я сказала. Мы операторы. Да нет, она спрашивает, кто вы, чего. Так, все, не встаете, да? Не встаете. Сколько им лет? Да ладно, какая разница, сколько им лет. Смотрите. 18+20. Ну, нормально. 17+. Клевая прическа у девушки в зеленом платье. Еще бы. Убийственная. Вы где это? Это программа «Давай поженимся». А вообще люди там слышат, что мы говорим? Да, да. Реально? Вы слышите все то, что мы говорили? Это же шок! Ил! Господи, что вы здесь делаете? Началась игра. Выпустили обезьянку на поле.
Но самое главное, это Диденкин. Первый канал слева. Да, кстати, я тоже подумал. Пишу, что вы на Дану Борису похожи. Да, что ж такое? Я тоже так подумал вначале. Я могу ее подрабатывать. Да, сейчас еще. Блин, это когда тебе закончится с этой Даной Борисовой? Встала, я ушла. Я сейчас не веду вообще. Не надо, будешь как она. Она тоже такая импульсивная. Немножко, ну ладно. Нормально, короче. Очень умная женщина. Образование. У кого? Дана Борисовна. Вообще не надо меня связывать с этой женщиной. А это написали просто, я извиняюсь. Он не хотел вас обидеть. Не может фильтровать, понимаешь? Он же, у него что пишет, он сразу все утонет. Сегодня суббота, нет, сегодня не будет. Сегодня с понедельника по четверг, по-моему. Сегодня день. А сейчас? Чего делаем? Скажи. Я, да, я. Чего? Не, очень редко. А чего? Я хочу уже книжку издать, но пока не могу. Книжку чего? Ну, стихов. Как ты ж не пишешь, думаю. Ну да, ну старый-то есть. А что, новый не пишешь? Не, Димон, не... А? Че, не знаю, нет этого. Идет. Нет этого вдохновения. Ну все хорошо, поэтому. А, понятно, ждешь, когда плохо будешь. Сейчас, Димон, я просто начнется, вот это. Нифига, красота-то какая у вас, ешь, смотри. Вот. Не, ну вот цветочки. Это вы потом. Что? Выходите, что? Ну ладно, что вы злые? Первый биатлон. Да, первый сейчас. Не заклеили. Лиля, опять ты пришла? Не заклеили. Хватит пиариться за счет. Да не надо заклеивать, нормально. Да сейчас вас будут снимать еще больше. Ну привыкайте, вы должны же. А это. Мы кого-то забыли, а я мои жена ничего не знаю. А вот другие, это же другие. Не обращайте внимания, с телефоном разговариваем. Он да, дурачок просто, да. По весне всегда у него такое случается. Да, обострение. Что такое? Обострение? Не, нормально. Я опять прослушала. Городской сумасшедший. Не завидуйте молча. А кто из вас невесты? Вы, да? В черненьком? Да. Когда пойти? Где-нибудь в апреле. Какой это режиссер? Это уборщик вообще. Что? Швабры не хватает только ему. Кому? Мне швабры? Давай швабры. Он победит Ван Гога. Жених. Жених там, я думаю, что женихи, неинтересно. Невеста же лучше. Ну, конечно, волнуется, представляете, прийти. Все, никакого больше пиара вам. Такое пропускаешь. Слышишь, ты тут такое пропускаешь, ты посмотри, что делаешь. А там ничего нет такого. Джеймс Бонд. Аккуратнее. Я за нее в ответе. Все мужчины собрались, смотри. Сейчас режиссер поедет. Мало ли что не готово. Не, это я просто хожу с телефоном. Черный пистолет. Никто не смотрит. Два человека всего. Два, там тысяча уже, наверное. На голосе. Голос не в Останкино пишется. Голос пишется в другом месте. Что? Так, ладно. А где у нас? Какой биатлон? Хватит там пиарить биатлон. Уйди от них. Я ушел. Не, наоборот, на приговор. И раньше работал, сейчас не работаю. Все в красном. Не знаю. Так, я жду Василису. Вот видите, наши закулисье. Темно. Ничего не видно. На Мельдоне, точно. Да она приходит в самый последний момент. Она будет ругаться, она строгая. Строго ведущая. Саша говорит, какие-то либо наводки, либо прерывать.
Давайте вам лучше покажу красненько. Я не знаю, почему. 45. Не, у меня 3G. Серега вообще вот так. Кто? Я рыба. Миш, кому все показываешь? Людям. Люди хотят зрелищ. А чего вы все в красном, спрашивают? Мы? Перископ? Ребят, всем привет. Нам так захотелось. Эффектный выход. Все ругаются. Еще лучше эффект выход. Сначала вход, а потом выход. Ну, мне, кстати, нравится, что красный цвет красиво, правильно. Лучше, чем белый. Белый нельзя. Плохо для камер. Красный. А что? В красненьком, да, очень хорошее. Мы очень коварные женщины. Коварные? Сразу. Из Москвы? Сразу. Боль на сердце. Невеста ближе к двери, которая. Что невеста? Ну, спрашиваю, где невеста? Я говорю, ближе к двери. Чтобы, я. Да, быстрее сбежать. My name is Алина. Алина? Я невеста, я богиня. Шучу. Город. Спрашивают, откуда ты, да? Москва. Москва? Ну, это неинтересно. 2 человека сейчас. Ну только начинающие. 2 человека. Ну 2 тоже неплохо, что вы. Ему 2 до 10 тысяч не хватает, он просто это хотел. А, нет, не слышу. 2 миллиона, скажи. Да, 2 миллиона. Сегодня было, тут сегодня столько было. Девочки, мы просто не услышали сумму дальше. Два чего не услышали. 2 человека? Ну, 2 чего. 2 человека. 2. Не, ну, сколько вроде это? Нормальный жених. Нормальный жених, я вижу его сейчас. Уши тебе говорят на день? Крану говорят. Сваха. Что, снимать это больше некого, что ли? Да я уж всех снял, кроме вас. Нас на десерт. Я... Привет. Извини, мама там не увидит, папа не болтает. Прямо сейчас? Сейчас очень важный технический момент. Во-первых, мне очень хорошо. Ты застрял тут у этого домика, ты смотри. Да нет, я, ты что, я там других больше сидел. Привет, Бишкек. А где Василиса? Где Василиса, Оль? Володя еще не пришел? Не знаю. Девчонки не сознаются, они со мной не общаются теперь. Все, идем? Меняются домиками. Что за... Так, что-то за перемены. Перемены какие-то, да, тут. Нам надо знать, что вы меняете. Редактура. Да, но мы еще сюда не будем с тобой вообще считать. Потому что... Второй зритель. Ну, второй зритель. Все, я не знаю. Приходит позже всех. Да, понимаю. Это мой... Ага. Нет, я не могу. Ну вот, посмотрите, пожалуйста. Ничего, ничего. А куда это вы пошли? Туда нельзя. А не, я не хочу, я хочу красоту себе поправить. Да, красоту. На стол. По какому? Я не знаю. Просто берут и... Группа жениха, я его знаю, мы сидели как-то в Вайт-Рабите, а через моего друга познакомились. Он с женой приезжал, да. И он когда заходит, говорит, я с очень знакомым лицом. Он говорит, что ты твоё? Я тоже. И потом выяснилось, откуда. Чего ты снимаешь? Очень смешно, Лиль. Очень. Все лайкают твои слова, очень интересно. Просто, ты просто фан-клуб твой уже образовался, понимаешь? Не, ну Катя, конечно, вне конкуренции, но... Мы садимся просто или что? Нет. А, то вам скажут. Ира. Сейчас дождемся Василису. И закончен. Боже, да все уже поняли, что на цвет и вкус товарища нет.
Пересади, пожалуйста, повыше. У себя показывал. Ты молодец. А, вот на что. Сейчас зайдем в один из пристрелов. Жених вот стоит где-то здесь. Пишет Гагуля. Кто? Какая Гагуля? Ладно, сейчас идет Василис. Мы сегодня до 11. А, не покажу. Вдруг невесты сидят и смотрят мой перископ. Не, я не ищу жену. Не могу сказать ничего. Бывает меня снимать в перископе, а? Ну, нравится. Нормально? Все снимали? Ты снимаешь, знаешь, как фильм. Пиарю тебе вообще. Да это уже на пиар. Да, ну все в перископе подписались. А что за сердечко летает? Не знаю, когда лайкают. Лайкают? А кто? Что это за программа? Все подписались перископ, на меня перископ. В перископе, нет? Никто не понял, что ты там диктовала. А что это за программа такая? Перископ? Типа ты снимаешь, и там те люди как-то лайкают. Пишут. Ты в онлайне сидим, а к тебе заходят и смотрят, что там. Лайкают, пишут, да. Вопросы. Привет, Бишкек. Это не случайно. Не Егор Крид? Нет. А? Спрашивают, жених не Егор Крид? Ухо. Егор какой? Крид. А, не слышно, да? Егор Булатки. Кто? Булатки. Привет, Саиль, Михаил. Не, вот здесь. Вот здесь. Ну, как скачи. О, все, нормально. Василиса пришла, подожди, а тут... Все, и ушла. Ё-моё. Украли. Привет, Армении. Кто жених-то? Кто жених-то? Жених вот, Роман. Непонятно, как будто они ярки. А я не показываю, вдруг они смотрят мой перископ. Нельзя палить. Жених. Да. Оп. Вот друзья жениха. Привет. Друзьям можно жениха показать. Это не страшно. Жениха не будем. Все женаты. Ну какая раньше жената? Ну и что? Все женаты, пусть не надеются. Только Роман свободный, холостой. Ну ничего страшного. Чё? И то до поры до времени. Все, я пошла в первую. Давай. Давай. Кажется, что твоя жизнь проходит мимо. Не, а что тут делать в перерыв? Что делать нечего? Гором украл Василису. Нет, ее украл режиссер. Когда будут лежать, сразу дали, да? Да, пришли, да, хорошо, что женихи не старые. Сваты не старые. А? Женихи, говорят, хорошие. Я говорю, да. Сразу дали, да? Да, в Останкино? Да, в Останкино. Не, у меня нет бороды. У нас разные приходят. Доброш. Говорит, Катя хорошая, но не знает Доброша. Да, Доброш. Жених откуда? Из Москвы, наверное. Из Москвы. Машет головой. Я себя показывал недавно. Не можем. Пойдем. Не могу пока на Василису вешать звук. Нельзя ее показывать. Оп. Серж, Лёх, пожалуйста, я вот прям тебя уже не дружу. Все, не дружи со мной. Оля. Гагунский. Был, да. Вот Василиса. Да, меня палят. Не хотят со мной общаться. Обижаются, что я их показываю.
Это же пиар. Что, виснет? Они раньше были добрые, теперь вот такие. Я знаю, да. Он там сидит. Нет, просто она сидит и как бы тоже у меня заходит ко мне, поэтому я не вспоминаю. Не могу. Ты меня хочешь избить перчатками, я все знаю. Нет. Мыши плакали, кололись, но жрали кактусы. Так и Алексей шел в перчатке. Плакал, но шел в перчатке. Шел на свой удар. Я не хочу говорить, что плохая. Ты убили же, да? Не сказал, что хороший, нет, а главное не убить меня. Ребят, вот это выражение, да, только что вела трансляцию. Есть у меня в друзьях, можешь зайти посмотреть. Ладно, все, Роза зашла. Сейчас вот 9-й.